Макс Ньюс. Утро на Болткоме. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Утро на Болткоме. Сегодня его ведем мы, Артем Липин и Абик Элкин. За звукорежиссерским пультом Евгений Копейн. И сегодня у нас в гостях директор автошколы безопасной езды и автоспортсмен Янис Ванкс. Здравствуйте. Здравствуйте. Напомним сразу телефоны прямого эфира 672-12-93-9, 672-13-93-9. Также можете задавать свои вопросы по WhatsApp, написав туда по номеру 2-300-61-91. Ну, мы знаем, что в последнее время как-то участились новости про аварии, про какие-то несчастные случаи. И если посмотреть статистику, мы видим, что Латвия в сравнении с другими европейскими странами, мягко говоря, не блещет. У нас за 2018 год, потому что сравнительная статистика есть только за него, 77 смертей за год, это третье место по Европе, потому что средний результат 49. Это как-то объясняется, почему Латвия вот так вот плохо себя показывает? Ну, там объяснений много, наверное, потому что нету такого одного объяснения или одного, ну, одной причины, почему это происходит. Это все вместе связано, это отношение наших автоводителей к автовождению и умение водить автомобиль, и качество дорог, и такое, ну, скажем так, немножко легкомысленное отношение к законам, то есть, ну, к правилам дорожного движения. Ну, в том плане, да, что если не поймают, то и не страшно? Ну, примерно так, да. Ну, то есть, инфраструктура, ну, и, например, ну, погодные условия тоже, да, потому что нашему автоводителю, ну, я бы сказал, наши автоводители должны быть самые лучшие в Европе, да, потому что у нас и лето, и зима, и осень, и так далее, то есть, и вот эти переменные погодные условия, к ним надо подготавливать не только автомобиль, но и самому подготавливаться, из-за этого как бы, ну, надо быть очень хорошим автоводителем, чтобы все-таки безопасно водить автомобиль тут, да? Это в том плане, что, скажем, даже летом у нас может выпасть снег, или там, ну, дождь или ливень пройти, а зимой может внезапно потепление. Ну, я не знаю про снег зимой, конечно, но если это дождь, то он очень сильный, и, конечно, ну, глубокие лужи, из-за этого аквапланирование, риск, да, и так далее, и тому подобное. Мы, кстати, это наблюдали буквально несколько дней тому назад с этим аквапланированием. Затопило многие улицы, и было видно, что, ну, зачастую не все автоводители знают вообще, как действовать в этой ситуации. Да, к сожалению, это правда. Ну, в принципе, скажем так, аквапланирование, риск больше на шоссе, на улицах, то есть где разрешенная скорость больше, чем 50 км в час, потому что, ну, в принципе, тогда у автомобиля должны быть совсем уже протертые, ну, лысые покрышки, чтобы уже на 50 км в час машина всплыла на воде, да. Если покрышки более-менее хорошие, то при таких скоростях как риск аквапланирования не должен быть. Да, ну мы еще поговорим, и действительно, кому нужно, вот было бы неплохо посещать вот и вашу автошколу. Но все-таки, если мы говорим концептуально о безопасности движения, по-моему, недавно, да, или в нашем эфире, или на сайте, вот был представитель по старому дорожной полиции, который сказал, что наши дороги не предусмотрены для движения на скорости 120 км в час, да, поэтому у нас вот максимально, и то, по-моему, на двух трассах можно 100 ехать летом, да, а так в основном на этих трассах 90, если нет других ограничений. С одной стороны, с этим сложно не согласиться, но с другой стороны, 21 век, мы знаем, что очень много европейских стран и на частных дорогах, на государственных, ну, скорость намного выше, чем 100 и чем 120 даже, да. Что делать вообще? Нужно ли какой-то вообще концептуальный другой подход? Потому что, ну, все-таки машины становятся все больше хороших и на наших дорогах, несмотря на то, что средний возраст автомобиля в Латвии, мы знаем, там 14-15 лет, но тем не менее, и оснащенные разными технологиями безопасности, там, контролем, чтобы не съехал на встречную полосу и так далее, так далее, так далее, да? Вот ваше мнение. Ну, знаете, я довольно много ездил по Европе, я не помню, чтобы
где-то была разрешенная скорость больше, чем 90 км в час на таких шоссе, где одна полоса в одну сторону. Ну, то есть это, да. Ну, понимаете, и у нас особенно нету таких... городских каких-то, да. Да, потому у нас нету таких шоссе, в принципе, которые обустроены так, чтобы это все-таки была скоростная магистраль, да, потому что там очень много всяких обязательств, которые надо предусмотреть, не только уже, ну, скажем так, это за городом всегда, и из-за этого... Вот, например, я был буквально в прошлой неделе на гонках в Литве. И там, и когда приближаешься к Каунасу, и когда в Вильнюсе тоже едешь, есть эта магистраль. И там видно, что там не только забор, который отдерживает зверей от выхода на шоссе, но там три или даже четыре полосы в одну сторону. Посередине этих полос очень широкая полоса зеленая, плюс еще разделенная барьером. Да? Вот, потому что, ну смотрите, да, конечно... Когда мы еще на «Жигулях» катались, да, тоже было 90. А сейчас мы едем на как бы более таких технологически развитых машинах, которым очень легко дается эти 90 км в час. И, конечно, и при аварии мы намного, ну, более защищенные, скажем так. Но есть одна вещь, которая не меняется. Не меняется менталитет автоводителя, который думает, что он умеет хорошо водить автомобиль, и рискует при обгонах. Да, конечно, на более мощной машине это можно сделать быстрее и так далее, но и разгон, то есть скорость, на которой ты подходишь к встречной машине, тоже будет побольше, да? Побольше, да. И никакая физика, то есть никакие средства безопасности, в принципе, не помогут вам, если это фронтальное столкновение на 90 км в час даже. А если это больше, то еще, это еще серьезнее, понимаете? Из-за этого как бы пока нету этой инфраструктуры, которая разрешает нам ездить, повышать вот эту скорость на шоссе. Я думаю, что это, ну, нехорошая идея. Но получается, что, если я правильно понимаю сказанное вами, что основная проблема – это все-таки менталитет водителей, что мы просто не готовы сейчас к таким… Это не основная проблема, это просто одна из проблем. Я говорю, есть, ну, должна быть безопасная, хорошая инфраструктура. Мы сейчас говорим про то, если повышать эту скорость, разрешенную с 90, ну, или со 100 на больше, там, 120 или 130, да. Ну, просто я так понимаю, что даже если мы повысим, у нас будет там безопасная инфраструктура, вот красивые дороги, но люди все еще будут обгонять необдуманно, не проверив безопасность, то риск аварии все еще будет высоким. Тут вы замешали две вещи вместе, да, то есть если мы говорим про повышение скорости на шоссе более чем 90 или 100 км в час, то нужна инфраструктура такая, которая будет уже полосы будут разделенные. Тогда риск обгона... Отбойники вот эти, да. И тогда риск обгона, то есть выехать на встречку уже нету. Ну да. Да, понимаете? Но при нашей инфраструктуре, ну, да, повышать скорость, это, ну, как бы... Мы знаем, что есть разные методики, которые, по крайней мере, и Министерство внутренних дел пытается использовать из-за нехватки средств. Еще пока это не установлено, ну, разные технологии. Одна из них – это вот какая средняя скорость между двумя фоторадарами. Да? Это, конечно, все очень интересно и, возможно, даже и денежно с точки зрения тех штрафов, которые будут людям приходить. Но все равно создается ощущение, что это вот не, как бы не комплексный подход. Ну, хорошо, ну, мы сделаем. Мы и видим, что у нас зачастую вот эти стационарные фоторадары устанавливаются не всегда на самых опасных участках. Да? Даже иногда хотелось бы, чтобы фоторадары фиксировали проезд на красный свет, и, допустим, непропускание пешеходов. Это не частое явление, но бывает у нас по-прежнему. Да? А мы вот занялись вот такими технологиями, измерениями. Вот он с какой средней скоростью ехал между двумя фоторадарами, в надежде, что это каким-то образом резко повысит безопасность движения. Ну, как вам кажется, может быть, надо все-таки смотреть более какой комплексный подход, потому что те, кто едут регулярно за рулем, они очень часто наблюдают такую картину. Ну, кто-то едет на левой полосе, ну, он плетется, или по телефону разговаривает, или не хочет он ехать. Ну, уйди вправо, это же элементарная культура вождей. Но он в своем праве говорит, я же ничего не нарушаю. Ну, если он, конечно, по телефону не разговаривает, я ничего не нарушаю. Я еду 50, здесь 50, я еду там 70 или 65 даже. Я же не нарушаю, а вам неудобно, так это же ваши проблемы. Да, вот это, что, вот мне кажется, здесь должен быть более комплексный подход. Но тут очень много сейчас вопросов в одном вопросе.
в одном вопросе много вопросов. Да. Первое, что я прослушал, это, ну, конечно, ну, как уважение автоводителей между собой, да, конечно. То есть, понимаете, вот тоже, что интересно, не знаю, это, ну, это исторически как-то так, вот если ты едешь где-то в Европе, ты, на тебя не смотрят, на твой автомобиль, а смотрят там за рулем человек. То есть уважение к человеку, а не к автомобилю, на котором ты едешь. Это очень большая разница, понимаете? И как бы, ну, если мы не оцениваем автомобиль, если мы оцениваем сразу, ну, как бы берем уже под, ну, по умолчанию, что там за рулем человек, я его уважаю, тогда это вождение и культура между водителями становится совсем другая. Да? По поводу радаров средней скорости, одна из причин, почему они эффективны, это из-за того, что мы очень хорошо видим сейчас на дорогах тоже. Если стационарный просто радар, то там, как говорится, вот 90-60-90 или 90-50-90, да? Ну, то есть тормозят только при радаре, а потом дальше опять ускоряются, да? А вот это, этот, ну, как бы, средняя скорость все-таки заставляет более, ну, длинный кусок дороги как бы проехать на разрешенной скорости, да? Так, но что, ведь потом все равно опять разгоняются. Ну, вы понимаете, вот тут вопрос опять, почему, да? Ну, то есть, вот у нас в этом году очень большой акцент идет на агрессивное вождение, да? Очень много мы про это, очень много разговариваем, полиция эту тему подняла, и это очень хорошо, это отличная тема, про что говорить, потому что это очень-очень много у нас на дорогах происходит. И я вот, чем больше я думаю про это все, я думаю, ну, я как бы не понимаю смысла агрессивной езды, я не понимаю смысла нарушения скоростного режима, я не понимаю вот этого, не знаю, ну вот, потому что мы очень хорошо, мы все автоводители, и мы очень хорошо знаем, что даже если я нарушу там правила, проезжая на совсем уже желтый, почти красный или еще что-то, в конце концов я не приеду, в принципе, быстрее туда, где мне надо. Стоит ли этот риск того, что я хочу? Настолько ли я спешу куда-то? Ну ведь это же еще и адреналин, наверное, такой, как бы я за рулем, я гонщик. Вот про адреналин, говоря про адреналин, тут одна важная вещь. Есть хороший адреналин и есть плохой адреналин, да? Хороший – это когда ты понимаешь, что вот ты получаешь адреналин и кайф, или какое-то, не знаю, ну… Наслаждение. Да, наслаждение от быстрой езды. Это можно делать на трассе. Это можно делать в местах, где это разрешено, где есть, обстоятельства такие, что нету там пешеходов, других автоводителей. То есть ты не рискуешь другими жизнями, да, но ты можешь это делать. Я занимаюсь автоспортом, я знаю, что даже не надо заниматься автоспортом, есть возможность приехать на своей машине на трассу и проехаться там час по трассе, и ты будешь абсолютно спокойный автоводитель на дороге, потому что ты все там оставил, весь свой адреналин ты туда получил. Но ты, ну, безопасно это делаешь, да? Ты можешь, даже если ты ошибешься, это только твой риск. Но абсолютно. Ты другим не делаешь плохо. А на улице, ну, то есть, понимаете, вот все эти обгоны на шоссе, лишние обгоны, я думаю. И вот эта агрессия еще, я не вижу в этом смысла, потому что экономии времени там нету, логики там нету. Нет. То есть это вообще не стоит там, этого. Да, но... вот все-таки возвращаясь в все, что вы говорили, естественно, с этим сложно не согласиться, но все-таки возвращаясь вот к этой теме уважения на дороге, вот, ну, иногда, ну, может быть, я не прав, я тоже это считаю своего рода хулиганством. Да, но человек несется по этой левой полосе, за ним уже скопился поток. Я не знаю, что он делает, размышляет и так далее. Или он боится, не умеет навыков, хотя не понимает, как он получил права, перестроиться в правый ряд, уйди вправо, да, и, возможно, рождается в людях эта агрессия, даже если они понимают, что вы абсолютно правы, что он никуда быстрее не приедет, но он уже держит, вот, не знает, что делать, его не пускают, да, то ли потому, что машина сзади не та, которую надо пропускать по рангу, вот то, что вы сказали в самом начале, не той марки, условно говоря, да, то ли другая причина, но вот сейчас всего мы это наблюдаем,
то ли человек, который не хочет перестроиться, ему через 10 километров надо будет налево повернуться. И он не хочет перестроиться. Ну, это элементарные, казалось бы, вещи, но мы это все время видим на дороге. Это, опять же, уважение, во-первых, потому что это так же, как ехать по Лубанскому кругу на правой полосе по всему кругу проехаться. Да. Да? Ну, да. То есть, это та же тема. То есть, это я ставлю свои... желание, то есть себя выше других, да, но другое дело, это опять же, ну, то есть я соглашусь с вами 100%, медленные автоводители тоже проблема, но эта проблема решаема. Во-первых, надо проверить, в чем причина. Если это мобильный телефон, я не буду про это разговаривать. Да, это понятно. Это понятно. Там уже наказание если даже у человека да. нет навыков, то есть, ну, не знаю, есть люди, которые просто себя плохо чувствуют в городе, есть, которые плохо себя чувствуют на шоссе. Если у человека нет навыков, то можно приходить к нам. Вот у нас есть как раз услуга такая, по-латышски это называется «Емонюацвайдзнашен», то есть возобновление навыков. Ну, возобновление. Да, да. Человек приходит к нам и говорит, так, я не умею это, или я, ну, мне страшно, уехал, или давно не ехал, или у меня была авария, или еще что-то. Он приходит к нам, рассказывает, что есть мы ему делаем. Есть такие случаи, да? Конечно. Мы делаем ему комплекс занятий, проходим всю тему и возвращаем его в движение, нормальное движение, чтобы он мог... А сколько надо времени, вот, по вашему опыту? Это индивидуально. Понимаете, там бывает, что одно занятие, полтора часа, и все нормально. Человек вошел в ритм. Понимаете, да. То это как бы, ну... Есть другое. Еще надо смотреть медицинская тема. Зрение. Или человек просто реакция уже старый, уже не та, ну, реакция, еще что-то, да, понимаете? И тут надо уже опять смотреть ту сторону, вот какие есть эти проверки медицинские, которые, ну, делаются, чтобы человек, ну, у него оставались права водить автомобиль, да. То есть, но самое первое, самое важное, конечно, это то, даже если вы себя чувствуете неуверенно или еще что-то на дороге, первое, надо учиться, а второе, все-таки уважайте других и все-таки, ну, пропускайте или вот берите вот эту правую полосу, если это возможно, да, если то есть возможно, думайте да. про других тоже, да, но это очень важно. Напоминаю, что у нас в гостях директор автошколы безопасной езды, автоспортсмен Янис Ванг, 672-12-93-9, 672-13-93-9, телефоны прямого эфира. И вот мы подходим к тому, к такой теме, как бы мы вокруг нее ходили, об уровне подготовленности наших водителей. Учитывая, да, что к вам приходят возобновить вот эти освежить навыки, и, в принципе, вы как активный автоводитель, как вам кажется, в среднем подготовленность водителей, она достаточная или тоже что-то надо менять? Знаете, школа безопасной езды не только занимается безопасной ездой, у нас есть и просто автошкола категории А, Б и Б, Е. Ага. Да, то есть и я вижу ситуацию в автошкольном бизнесе. Очень долгое время автошкольный бизнес сидел на том, что чтобы научить автоводителя сдать экзамен. Да, понимаете? На это все было заточено. Это очень-очень неправильная тема подхода, да, потому что тебе надо все-таки быть, ну, ты обучающая школа, да, и ты должен потом отвечать за своего клиента, за своего школьника, да, ты должен, если ты его пускаешь уже на экзамен, ты должен знать, что тебе самому не будет страшно ехать, да, на дороге, чтобы он был подготовлен к... Знаете, ну вот, дедят, с этим, естественно, вы абсолютно правы, но здесь есть один нюанс, вот когда я тоже говорю тем, кто сейчас обучается, там, каким-то знакомым, я говорю, ну, ты должен понять, что тебе нужно не только сдать экзамены, на следующий день, если ты получаешь права, или в этот же день, ты должен сесть в автомобиль и поехать по городу, да, и он зачастую мне говорит, что да, это все понятно, но система экзаменов такова, наверное, в этом есть и логика, что ты выехать на дорогу с инспектором ЦСДД, можешь только после сдачи первой части практического экзамена, а именно парковки. Парковка у нас, как мы знаем, на площадках ЦСДД осуществляется по столбикам. Но те, кто это делал, они понимают, что это совсем другое, чем парковаться в реальной жизни с автомобилями. И многие даже из этих учащихся говорят, что, знаете, когда я вижу автомобиль, риск, конечно, больше его побить, но я паркуюсь лучше, чем... А там есть определенная технология, где инструктор говорит, так вот в левом зеркале вы видите столбик задний вот такой, и...
и он уже действует как робот в какой-то степени. Вот, может быть, здесь надо что-то менять, не знаю, резиновые автомобили ставить, ну, я не знаю, ну, что-то такое. Вы знаете, это CSDD над этим уже работает, потому что не только... то есть уже понемножку это все выдвигается из этой площадки уже в нормальное движение, потому что вот, например, у нас была это называемая эстакада. Да. Сейчас в экзамене эстакады нет, сейчас экзамены уже в городе, это эстакада, ну то есть в реальном движении уже проверяется, понимаете? И это вот, здорово. Как бы, да, то есть вот... вот некоторые элементы уже вышли на дороги, скажем так, да, я думаю, что в конце концов все вот эти элементы выйдут на дороги в таком или в другом варианте, более все-таки, чтобы проверка была более реалистична к вот обстоятельствам, которые потом освободитель должен жить. Это очень правильно, да. Я хотел принять звонок. Да, только чтобы звонок 6212-939, 6213, вот есть звонок. Давайте, да, мы его примем. Да, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Да. Вот, хотел бы вопрос задать, прокомментировать. Я, в принципе, не согласен, что допустим, самая большая проблема – это агрессивные. Самая большая проблема, Абик правильно сказал, это медленные водители. Я вот профессионал, работаю днем, работаю на машине, и вечером своя машина. Угу. Вообще, загорается зеленый светофор, еще проходит секунд 5, тогда первый начинает трогаться. Угу. Вообще спят или что? И второе, хотел бы сказать насчет этих медленных. Ваш гость сказал, проблема решаема. Нет, проблема не решаема, потому что я считаю, что вот как летчики, не каждый может быть. И 100% гарантию за свой 35-летний стаж водителя гарантирую, что есть люди, которые никогда не могут научиться ездить. Я даже профессионалов знаю, которые просили, допустим, задом машину надо загнать простую, без прицепа, во двор куда-то. И дальше агрессивная езда. Это, в принципе, большей части высосано из пальца. Вот полиция выдумала, им надо штрафы брать. Угу. Я, наверное, тоже считаю агрессивным. Едешь по той самой Юрмальской, как Абик говорил. Разрешена сотня, левый ряд 75, правый тоже 75. Где-то попадается и серединка такая. Ну, хочешь, не хочешь, эти шахматы делаешь. Угу, спасибо. Еще маленький комментарий. У нас, к сожалению, вот агрессивно считается, проехал светофор там под конец красный. Ну, вот ездишь на грузовике, там внутри стоят палеты, на них что-то сложено. Вообще, я не знаю такого светофора, на который бы я въехал, вот желтый загорается на въезде, и который бы я проехал, и красный не загорелся в конце. Раньше вот был мигающий зеленый сигнал, почему-то его убрали. Угу. Вот тебе, пожалуйста, лишняя статья для агрессивной езды. А такие, например, самые агрессивные водители, я считаю, это мотоциклисты. Вообще их не трогает полиция, практически. Минимально, кое-где я там слыхал, туда-сюда. Объезжают всех, объехал через сплошную, стал впереди. Мне надо прямо, он налево, а у него налево. Мы поняли ваш вопрос, извините, что мы вас прерываем, просто да. У нас и так много времени, а хотелось бы узнать мнение гостя. Здесь несколько было тем. Да, давайте их по очереди поговорим. Во-первых, согласны ли вы с тезисом, что не все могут водить? Вы знаете... Философский такой, конечно, вопрос. Мы в автошколе тоже видим, что по-всякому бывает. Конечно, приходят студенты, которые... Совсем не дают. Которые очень быстро могут да, да. И бывает, которым очень долгий процесс это занимает. Конечно, это есть. Это нормально. Это, ну, не все могут играть в баскетбол или не все могут еще что-то. Навык. Проблема, как бы скажем, там пример про летчиков, это, ну, летчик, как бы ты не должен обязательно быть летчиком, но, в принципе, в вождении автомобиля, в принципе, почти как, ну, без этого почти никак, да, в нашей жизни, из-за этого все-таки как-то вот нам всем надо там, ну, быть вместе в этом движении, да, в потоке, скажем так, потоке, да. И да, конечно, есть такие. Но я думаю, тут примеры, например, было про то, что стоят при зеленом и не двигаются. Это, думаю, мобильный телефон. Это вот это чаще такая всего. Вообще человек ужасная вещь. Человек продолжает еще смс-ку писать, там, что-то вот, читать. Вот, понимаете? Так что, плюс, ну, это просто показывает то, что, ну, понимаете,
я сторонник того, если ты что-то делаешь, ты должен вот эту конкретную вещь хорошо и делать, да, то есть, если ты в этот момент водишь автомобиль, значит, это твоя главная задача, потому что это все-таки... Потом телефон и все остальное. Конечно, потому что, ну, это небезопасно, ни для тебя, ни для других, ты все-таки водишь автомобиль, который, там, не знаю, тонну и больше весит, и если ты немножко ошибешься или, там, не заметишь чего-то, это может, ну, караться очень серьезными последствиями, да, из-за этого, как бы... Но если ты водишь автомобиль, ты должен сконцентрироваться на вот это занятие. То есть ты должен видеть знаки, ты должен видеть остальных участников дорожного движения. Да? Но... Потому что ситуация может меняться каждую секунду. Каждую. Да? Каждую. Когда тебе кажется, что никакой опасности нет, ты едешь накатиком, а уже опасность-то есть. В том-то и дело. Просто мотоциклист выскочил, ты в зеркало не посмотрел, и привет. Я хотел, мотоциклистов мы тоже зацепим, потому что, конечно, был один из вопросов наших слушателей. Вас немножко, вот меня потому что немножко кольнуло вот это слово нашего слушателя о том, что агрессивное вождение в Латвии – это выдумка, что это нет ничего такого страшного, что на самом деле у нас все не так уж и плохо, и основная проблема – это медленные водители. Вот, мне кажется, хотелось бы это проговорить все-таки. Я думаю, что это все это проблема. Ну, и медленные автоводители делают, вот, как бы, усугубляет эту агрессию, скажем так, да, из-за того, что если... И я про медленные, я не говорю про те, которые едут 90 там, где разрешено 90. Я говорю про те, которые едут 70 там, где разрешено 90, да. Из-за этого, как бы, остальным получается такой эффект, что... Ну, накопляется эта ситуация, да, в конце концов, ненужные обгоны и так далее, и агрессия, и вот все это, да. Так что это очень большая проблема, это есть большая проблема. Но агрессия, она просто, конечно, невыдуманная вещь, потому и мы не говорим про, как слушатель говорил, про шахматы, да, так называемые. Да, да. Это не такая агрессивная езда, да. Там особо если... даже не разгонишься. Да, да, да. Мы говорим про агрессивную езду, мы говорим про реально про красный свет или там двойная сплошная, большая скорость, несколько нарушений в одном маневре и так далее, да. Ну, а зачем? Да? То есть, ну, вот это такая... Ну, и мотоциклисты, раз уж, да, мы зацепили. Согласны ли вы с тем, что полиция обращает на них меньше внимания? Честно, мне трудно сказать. Мне трудно сказать, меньше или больше. Но это проблема мотоциклиста? Я скажу так. В каждой категории это пешеход, велосипедист, мотоциклист на машине, на грузовом, на еще что-то. В каждой этой категории есть люди, которые не умеют ездить или ездят агрессивно. Есть нормальные люди, скажем так, да? И то же самое про мотоциклистов. Я знаю очень много, я вижу, я сам тоже на мотоцикле довольно много езжу, когда летом есть возможность, и я вижу этих мотоциклистов, есть которые, я смотрю, думаю, ну ты просто доедешься, скажем так, да? Да, ну зачем вот это все вот вытворять на улице, да, а есть такие, которые, ну, абсолютно адекватные, хорошие, что еще хорошо, то, что все-таки вот культура мотоцикла в Латвии только развивается еще. У нас это вот сейчас вот такой пик, я вижу по нашей категории, как сдают на права на мотоцикл, да. С каждым годом больше и больше сдают на права на мотоцикл. Значит, эта культура как бы только развивается. Из-за этого нет этого симбиоза между, как в Италии, например, между мотороллерами, мотоциклами, машинами. Они как-то вот так все там едут во все стороны и все-таки вот как-то друг друга уважают. Я когда я вижу, что мотоциклист, это не часто, к сожалению, бывает в городе, вот он стоит в твоем ряду, красный свет, он ждет, он не начинает объезжать, юлить между машинами, откуда-то вылезать, да, потому что мне кажется, что человек, который так делает, он в какой-то степени такой самоубийца, потому что он должен быть уверен, что в тот момент, когда машина трогается, водитель обязательно посмотрел в зеркало, да, и увидел этого мотоциклиста. Может, в противном случае чуть-чуть он рулем повернул, и нет мотоциклиста, да. Ну, вы знаете, это, мне кажется, вообще такое табу, ехать мотоциклом между машин, когда машины двигаются. Да. Это, ну, как бы, ну, просто, ну, неправильно, скажем так. Так, это мягко говоря, да. Да, это мягко говоря, да. Если машины стоят, то, во-первых, у нас есть закон то, что на мотоцикле можно ехать по полосе саб-транспорта. Да, угу. Да. Это хороший вариант, как бы не ехать между машинами. Я, как мотоциклист, всегда выбираю улицы, которые максимально широкие. Например, по Вальдемару или по Чака я вообще никогда не еду.
на мотоцикле. Это не имеет смысла. Нету смысла. Кроме того, что вы подышите выхлопными газами, вот ничего. Вот, абсолютно. Да, потому если ты едешь на мотоцикле, все-таки тебе надо выбирать свой маршрут, чтобы не только ты не мешал другим тоже, как бы, скажем так, но ты сам просто быстрее и безопаснее доехал туда, где тебе надо. И на мотоцикле это можно сделать намного быстрее, конечно, чем на машине, потому что тебе не надо все-таки стоять в этих пробках. Если ты будешь просто, ну вот, в пробке стоять все время, да, есть, конечно, такие мотоциклы, которые настолько большие, которые между машинами просто не проходят, но это другое дело. Но они уже стоят, как автомобиль. Да. Но, в принципе, да, но про агрессию я говорю, в каждой вот в этой категории есть агрессивные и есть бесшабашные, если так можно выразиться, водители, да, и, ну, как бы выделить то, что вот сейчас вот, вот все мотоциклисты такие, я не согласен, но и также про других категорий, да. Ну, вот про другие категории у нас, к сожалению, не так много времени. Остается, давайте успеем принять еще телефонный звонок, а потом еще про одну категорию поговорим важную. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Пару замечаний, вопрос один. Вообще не замечаний, это наблюдений. Я заметил, что основные агрессивные водители – это по факту люди, которые работают на машине ежедневно. Это водители микроавтобусов, доставки, это каблуки, которые куда-то едут, что-то тоже везут. Они всегда агрессивны, они всегда превышают, у них всегда ощущение такое, что они куда-то торопятся. Я понимаю, что это работа, но они всегда ведут себя агрессивно. Мне, когда жена начала учиться тоже на права, она первое, что заметила, это агрессивные женщины за рулем. Если женщина видит другую женщину, это смешно, конечно, видит другую женщину на пешеходном, перед пешеходным переходом, она никогда не остановится. Она говорит, ну, такого она не замечала до того, как начала учиться в автошколе, но это факт. То есть женщина, увидев другую женщину перед пешеходным переходом, не останавливается, жмет педаль газа. И еще один вопрос, который я хотел узнать. У нас в Риге, и я тоже не один это заметил, особенно этому удивляются приезжие из других стран, у нас большинство светофоров на крупных перекрестках очень-очень высоко находятся. Подъехав к линии разделительной на перекрестке, светофор невозможно увидеть. Нужно крутить головой и его найти на этом перекрестке для того, чтобы понять вообще, какой сигнал светофора горит. Как-то это исправляется или, может быть, какие-то есть, наверное, по этому поводу замечание, какая-то возможность это все исправить. Спасибо. Спасибо большое. Я тоже обратил внимание, что если едешь на внедорожнике, светофор виден лучше, естественно. Да? Не всегда вот есть еще маленький светофор, который дублируется, наверное, он нужен, потому что на седане иногда светит солнце, и в тот момент вот уже загорается зеленый. Вот почему не все едут быстро, сразу же? Не только потому, что они в телефоне. Иногда сразу вот ты даже не можешь понять, уже загорелся он или нет. Особенно вот светлое время, когда тебя ослепляет. Вы знаете, ну, есть определенные нормы, как есть, ну, нормы, которые в Латвии существуют, нормативы, скажем так, где все как. Но я соглашусь, что я тоже встречался с тем, что все-таки ты подъезжаешь к светофору, ну, как бы на стоп-линии, где разрешено остановиться, и как бы светофор, ну, реально не виден, да. То есть это такие технические решения, про которые я не могу ответить, конечно, это не... Этим стоит немножко подумать, чтобы все-таки было удобнее всем. Что касается женщин, вот такой был вопрос. Я понимаю, знаете, настолько индивидуально. Мне очень трудно ответить. Вы знаете, слушатель был очень категоричен. Он говорит, полностью все, да, так же, как каблуки, полностью все, да, конечно, да, есть случаи везде, как я и говорил, есть вот в каждой категории эти случаи, где люди, ну, просто агрессивно себя ведут или просто не уважают других, да. Ну, кстати, показательно, что наш предыдущий слушатель, который звонил и говорил, что, может быть, это я агрессивный водитель, но мне кажется, что все медленные, он сказал, что он работает на машине, то есть, может быть, это есть люди, которые профессионально себя чувствуют за машиной, а для них остальные, ну, это логично, они менее профессиональны, они медленнее. Любители. Они любители, и поэтому на их фоне кажется, что, ну, что ж вы такие медленные-то, ну, почему вы не можете быстро? Это тоже. Плюс еще есть, если это профессия, значит, есть какой-то или график, или там, ну, задание, которое за день надо выполнить. То есть, ну, тебе есть какая-то вот... Угу.
ситуация, которую тебе за день надо выполнить. И тут, ну, и ты очень хорошо, как рыба в воде, чувствуешь себя за рулем, ты читаешь ситуацию, ты знаешь знаки, ты знаешь дороги, потому что ты каждый день по ним уже ездишь. А другие нет. И тут нет. Вдруг, да, человек, который может только раз в неделю водит или раз в месяц водит автомобиль, и он первый раз, не знаю, там, из деревни приехал в Ригу, например. Тоже надо же учитывать. Понимаете, да. И вот как бы и как. Ну вот эти вот конфликты, они на дорогах, они, к сожалению, вот начинаются, да. Мы до звонка, да, вот еще одна категория, мы косвенно упомянули, велосипедисты. Если совсем там коротко, меня что всегда смущает, если посмотреть уровень подготовки или что нужно, чтобы получить права, понятно, что право велосипедиста есть у всех, у кого есть автомобильные, там, мотоциклетные права, это понятно. Но если у человека нет никаких прав, чтобы получить велосипедные права, ему нужно ответить правильно на 8 из 10 вопросов теста, и все. Это же совсем, мягко говоря, небезопасно. То есть человек, ну, не представляет, что вокруг него происходит. Даже мы теоретически. Видим каждый день на дорогах. Да, вот это проблема? Ну, это проблема. А летом, конечно, зимой велосипед, в принципе, почти редкость, да. Хотя это очень, очень опасная вещь. Если летом автоводитель хотя бы ждет этого, ну, или предполагает, что может где-то велосипедист быть, то зимой это очень страшно, да? Когда ты вдруг увидел, да. По поводу велосипеда, это, в принципе, похожая тема, как, ну ладно, с пешеходами по-другому, потому что они хотя бы на проезжую часть не выходят, ну, в большинстве случаев. Но это то же самое. Вот, например, если ты велосипедист или ты пешеход, и ты никогда не водил автомобиль, то у тебя нету этих навыков или знаний про то, какая видимость из машины на дорогу. Чего ожидать от водителя? Сколько мне надо, чтобы затормозить, и что мне надо, чтобы я тебя увидел, понимаете? И из-за этого как бы, ну, а во-вторых, довольно часто, к сожалению, видно, что, ну, очень легкомысленно велосипедисты относятся к правилам дорожного движения, там, да, ну, то есть там знаки, там красный свет, еще что-то, ну, как бы вообще... А вот тут не работает то, что вы говорите, что в каждой категории есть нормальные люди? Конечно, я не говорю, что все, я просто говорю, что есть такие ситуации. Но главное, что я хочу вот как бы... Донести. Ну, донести или спросить, или, ну, как бы сказать слушателям, это то, что, ну, все, надо все-таки ценить, ну, как бы уважать других. Надо уважать сначала себя, конечно, и надо уважать других. И все-таки надо нам всем вместе как-то жить на этой дороге, да, и жить на это, в этом, ну, как потоке, скажем так, да. И все-таки сначала, ну, если это водители, если вы водите автомобиль, все-таки ваша главная задача это в тот момент это водить автомобиль. Ничего другого важнее нету. Из-за этого давайте заниматься тем делом, которым вы должны заняться, да. То есть вы переезжаете с пункта А до пункта Б, значит, ваша главная задача – это водить автомобиль. Потом если вы... уже все остальные дела, да. Точно. Если вы мотоциклист, то просто сперва думайте про свою безопасность, и если едете по дороге, думайте, что вас не видят вообще. И едьте только с таким условием в голове, что вас вообще не видно, и из-за этого выбирайте вот... положение мотоцикла и обгон и все остальное так, чтобы вы знаете, что вас точно заметят и на вас не наедут. Да? Ну и остальным профессионалам, наверное, терпение, да, потому что все-таки есть много разных навыков, и они все в одном потоке. У нас, к сожалению, время подходит к концу, но еще пару вопросов будем обсудить. И у нас, когда был в гостях велоактивист Марис Йонов с «Город для людей», он сказал такую интересную фразу, что, по его мнению, любой, кто учится водиться на автомобиле, он должен относиться к этому так же, как если бы он получал лицензию на оружие, потому что это так же опасно, что, в принципе, автомобиль даже на скорости 50 км в час, что уже говорит там про 90, это, ну, действительно, по сути, это то, чем не обладает, скажем, ни пешеход, ни велосипедист, ну, мотоциклист там в какой-то степени. Вот как вы к этому относитесь? Что нужно ли действительно вот так же трепетно относиться, или все-таки это более бытовое, не надо так уже... Ну, это так оно и есть. В принципе, в Скандинавии... с таким подходом к автовождению и подходит. То есть обучение очень серьезное, очень длительное. Там есть обязательное обучение безопасной езды, контрвождению и так далее. Да? То есть, ну, должен. Да, я согласен, что это очень серьезное занятие. Это очень серьезная задача водить автомобиль. Это очень, очень серьезная вещь. Да? И к этому надо подходить к самым большим, ну, как бы...
как это сказать? Пиететом. Да, да. Просто у нас вот эти последние истории страшные, там, скажи, не знаю, сколько вы в курсе, вот это была новость, что автоводитель объезжал животное, пытаясь его не сбить, и сбил велосипедиста тем самым, не справившись там немножко с управлением. И тогда, ну, в общем, у нас много вот таких ярких аварий почему-то в последнее время появилось. Есть такое ощущение, что водители не готовы к стрессовым ситуациям. Понятно, к ним сложно подготовиться, но что вот наша вся... Я даже знаю, что у меня есть знакомые, которые, живя в Риге, в автошколу сдавать ездили в другие города, где не такая высокая интенсивность движения, чтобы было легче сдать. Но поэтому теперь, когда они в Риге ездят, они не, ну, волнуются. Вот это вот вся, что у нас именно подготовка, не то, что она плохая, но она вот этот аспект немножко проскакивает. Ну, это есть, вот, это наше легкомыслие, да. То есть я поеду туда, сдам, потому что там легче. Ну, главное мне достать права, а потом уже посмотрим, как пойдет, да. Ну, это абсолютно неправильный подход к этому. То, что по поводу ухода от животного, столкновения с велосипедистом и так далее, ну, это контрвождение, это безопасная езда, это то, чем мы учим людей. Я, конечно, сторонник того, чтобы всем это пройти, ну, да, потому что было бы безопаснее на дорогах, потому что просто проходя автошколу, теоретически мы это рассказываем, но практически по закону это не обязательно. Но мне кажется, логично это было бы обязательно, да, потому что вот, например, в этот случай, я не знаю конкретный случай, конечно, да, но в принципе это элементарное, так можно выразиться, контрвождение, да, то есть большая скорость, уход от животного, начинается скольжение. Если я умею собрать автомобиль, да, корректировать заносы и все остальное, значит, я в порядке. Не всегда, конечно, не всегда. Это животное может выскочить, там, не знаю, ну, да, даже самый хороший секунды профессионал может не справиться, да, но все-таки процент сразу снижается, если ты готов. Спасибо, наше время подошло к концу. У нас в гостях был директор автошколы безопасной езды, автоспортсмен Янис Ванг.